В День российского студенчества в формате видеоконференции состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина со студентами. Участие приняли и представители Казанского университета. Японские студенты имеют свой технопарк при университете, в котором они выполняют различные интересные проекты на технологичном оборудовании. В связи с этим у меня вопрос. Возможно ли создание таких студенческих технологических мастерских, своеобразных университетских технопарков у нас в России при поддержке государства? Это такой способ подготовки, о котором мы сейчас сказали, он чрезвычайно важен и очень интересен. Но у нас, по-моему, нет пока такого опыта, чтобы в полного цикла технопарк был при ВУЗе. Но в целом это хорошая практика, надо на нее посмотреть. Как известно, даже не заинтересованных людей не обходит стороной поток информации о недавних волнениях в ряде регионов и в некоторых городах нашей страны. И не осталось незамеченным внимание со стороны молодежи. Как вы бы прокомментировали данную ситуацию? Что вы думаете по этому поводу? Все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в общественном сознании, но в рамках закона. Также в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы.